Всем привет, ребята! Вы на канале Миша и Собакин Критик. Сегодня мы с вами посмотрим мои новые ролики, которые выложу. Вот так. Так, сейчас я быстренько говорю. Молодцы, ребятки, что вы на меня стали подписываться. Я вас обожаю. И если кто... Я еще не могу... У меня еще нету ролика про стендов, потому что у меня нету времени. Я не могу его записать, потому что если меня не видно, ничего. Потому что мне неудобно его записать. Я понимаю. Я там уже задонатил себе голду 200. Я там понакупал оружие. Спасибо маме, если что. Она мне задонатила. Все оружие купил. Ну и там новое обновление. Вот так. Сегодня у меня просто план это начать ролик. А время сейчас 20 часов 2 минуты. Отлично, я начал записывать ролик. Я это время уже отдыхаю, блин. Ладно. Если что, кто не видел, у меня тут новое видео «Теги на море и т.п. и так далее. Новые сокольники». Рассказываю. Надеюсь, так меня видно. Что мы в воскресенье поехали на велосипедах на Малиновку. Зелогорска на Малиновку. Московская 64 до Новой Сокольники. Потому что в Малиновке там еще была не велодорожка, там мало ее были. Но ее продолжили, и мы доехали до Новой Сокольники. Круто. Кто не смотрел, посмотрите. Вот так. Сейчас мы посмотрим. Салют. Вот так. Начинаем. Подождите. У меня звук не включен. Мне надо попробовать сейчас. Блин. Не то, блин, сделал. Мне надо сейчас зайти. Куда? Если ничего никогда не получится, буду на планшете. Не получается. Я не виноват. Так. А я побольше не могу это сделать. Ладно, так. Ребятки, если ничего не понятно и не видно, я сейчас вам на планшете покажу. Записываешь нормально. Я сейчас зайду в свой канал. Поставил на громкую. Так. Угу. Опа. И в чем получилось. Также я сейчас буду другой ролик показывать. Не, я хочу другой. Нет. Я вам ролик не показал. Опа. Вот. Это, то есть, я на... Когда мы ехали, там была заброшка с котом. И я записал под видео, где он. Бросаешь. Неудобно вот мне это. Опа, вот. Бросаешь. Да.
синим. Я. Кто? Был наверху. На мосту стоял человек. Имя. Омрик. 12. Он такой у нас. Прыгает с распрыжки мостов. Не страшно. Он. Я его пропустил. Он прыгнул. Ну и вот. Кому не видно, я повторяю, я показываю это на планшете. Опа. Я сказал... Не, планшет меня не слушается, не хочет он опкать. Опа. Бросаешь, кто-то идет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, кошелек. Хочет его подобрать, а ты тянешь за веревочку. Ну, вот это смешно. Вот. Теперь мы с вами другое посмотрим. Это на мусорке. Вот. Это сейчас на планшете. Показываю. Вот. Следующий. Опа. Не. Ну дайте мне. Опа. Вот. Так приближу по телефону. Следующий. Вроде я все вам... Вроде я вам все, подписчики, показал вот так. Вы пока что можете отдохнуть. А у меня телефон тем временем падает. Нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Мне скучно. Надо музыку поставить. Песня. Так, сейчас, подождите, ребятки. Так. Google. Фото. Короче, я пока что поставлю какую надо. Я не знаю, какая у меня есть любимая. Ну, сойдет. Все. Пока что, если не видно, просто послушайте музыку. Я пока что делаю это. Сейчас уже.
Вот мы с вами посмотрели музыку. Ну и пока что я вам включу такую нормальную музыку. Ну и все. Я пока что поищу, что мне надо. Молодцы. Вот сейчас вы посмотрели. Теперь хочу вам показать канал Лонгер 12. В принципе, тут ничего объяснять не надо. Вот он.
хотел вам показать сегодняшний его шорт. Вот. Давайте посмотрим. Все. Вот, ребятки, мы с вами посмотрели. Давайте начнем прощаться. Хотя нет, давайте. С вами был я, Миша, Собакин Кредик. Подписывайтесь на канал, ждите трансляцию интересную. Я уже знаю, какая она будет. Ну и я вам покажу фокус-покус, тру-ля-ля. Вид из окна. Вот, светится стадион. Вот он, прикольный. Ну, я сейчас буду монтировать ролик, ну и выкладывать. Всем пока!